С которой сегодня пришли к нам в гости. Доброе утро, дорогие ребята, друзья. Доброе утро. Артем Козлов, Валерия Лепникова, Валентина Никина у нас в гостях. Ребят, ну я думаю, в Красноярске, да, и во всей России вашу команду уже все знают, все любители танцев, любители хореографии. Прежде всего, разрешите вас поздравить. Лично с призовым, я так понимаю, местом, да? Третьим. Ну да, третье место – это в финальном выпуске проекта «Танцуют все». Ну, третье, оно же призовое, то есть оно да, нормально, оно почетное. То есть, в принципе, когда начинали, когда решили принять участие вот в этом именно конкурсе, были какие-то сомнения, что не сможете? Видели ли вы соперников вот действительно стоящих? Или вы были уверены в себе? Да, конечно, сомнения были. Мы сомневались, ехать туда или нет. Нас пригласили. Очень долго думали, потому что проект довольно долгий. Полтора месяца нужно было уехать из города. Вот. И мы не знали, кто будет участником. Это до последнего момента оставалось в секрете. Мы не знали наших соперников. Ну, в принципе, мы не этого боялись больше. Больше именно то, что на длительный срок нужно уехать. Вот. Но решили поехать. Не пожалели. Не пожалели. Проект вот все-таки там одного известного телеканала, да, федерального, стоял где-то вот, по-моему, сетка выходного дня была. Мне было сложно следить. Я вот очень поверхностное у меня вот представление о том, что происходило в рамках проекта. Единственное, знаю, что там вся фишка вот в это «Танцуют все» была в том, что команды меняли направление там каждый раз. И какие-нибудь народники раз и становились там какие-нибудь рэперы. В этом смысле для вас какая была самая сложная история? Перевоплощение вот в какой жанр вызвало вот наибольшее затруднение? Безусловно, нам труднее всего дался балканский танец, поскольку на сцене... Он был самый клевый, я его видел как раз. Многие оценивают очень довольно позитивно этот номер, но, безусловно, нужно было перевоплотиться настолько, нужно было показать актерскую игру и нереальный уровень хореографии. Для нас это вызвало большие затруднения. Что единственный вот выпуск, на который я попал, это вот этот балканский танец. Я просто сказал, что реально пересмотреть там просто очень демоны номера какие-то, потому что вот очень веселая история была, классная. Я хотела спросить, вот всегда мы, когда смотрим выступление, мы видим обложку. То есть вот вы красивые, с улыбками на лице, иногда там с выражением других эмоций, но за этим делом же стоит огромный труд, адский труд. Были моменты, когда хотели сорваться, уйти? По сколько часов в день тренировались? Мозоли, там что-то еще? Ну, вот подробности более вот такие какие-то скрытные, расскажите нам. Ну, в действительности было невероятно сложно, но самое важное, что мы поняли среди этих трудностей, что наш организм и наше тело может творить невероятные вещи, несмотря на все сложности и трудности именно хореографии, именно проекта. Ну да, даже мы, может быть, сами не ожидали от себя таких возможностей, потому что действительно сделать номер за 2-3-4 дня это очень сложно, новый, тем более в непривычном для себя стиле, и приходилось репетировать там сутками и по ночам, и рано утром вставать, и это было сложно, но действительно зато это такая определенная закалка была получена. Рано утром вставать это не сложно, не рассказывайте. Друзья, я предлагаю продемонстрировать вам еще раз возможности своих молодых задорных организмов. Давайте, вот прямо сейчас. Сейчас танец вашим исполнением. Да, что это будет? Как это? Это небольшая импровизация. Просто мы покажем себя, свой танец. Разные стили, которые мы знаем. Давайте. Don't worry about a thing.
surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got, everything's ours. Wanna dip, get a new spot, yeah. Don't worry, don't worry, night never ends, no hurry, no hurry. Shorty the fix, so the lines get blurry. Вы правда, прям безумно крутые. Я обращаюсь к нашему звукорежиссеру. У нас же там были какие-то вот аплодисменты. Давайте искупаем команду. Громче, громче их сделайте и попродолжительнее. Они реально этого заслуживают. И вообще вот эти люди созданы на планете Земля для того, чтобы мы чувствовали себя теми, кто мы есть. Вот этими безнадежными буратинами, которые вот такие всегда будут. Ребят, сейчас какие цели, планы ставьте перед собой? Я вот знаю, что у вас лидер вчера Юлия Коробейникова, она там в балет пошла. Балетом пошла заниматься. В какие цели прям, ну, ставите сейчас перед собой? Мы готовы к новым проектам. В принципе, очень много предложений уже поступает. Вот, мы пока раздумываем, выбираем. Ну, чувствуете себя? Вот приехали в Красноярск, вы уже звезды. Вот вы прям все танцоры, к вам там хотят мастер-классы, возможно, что такое. Ну да, есть такое. Есть, конечно, все смотрели, все переживали, болели. И сейчас, конечно, к нам привлечено такое внимание. Вот, это чувствуется, поэтому мы сейчас, так сказать, находимся в таком переосмыслении. Вы обласканы вниманием. Друзья, вот возвращаясь к телевизионной кухне самого проекта, был там один лирический момент. Вот это предложение руки и сердца в прямом эфире. Между нами, вот между нами. Это вот какой-то вот такой экспромт душевный? Или это часть сценария, где говорит, так, значит, ты выходишь, вот тебе кольцо, потом отдашь, распишись. Вот. Не, это все было по правде, даже ребята не знали до последнего момента. То есть момента. Это было действительно, ты один только все это придумал? Действительно, я заранее подготовился, знал только режиссер там и все. И, ну, действительно, я решил, что такая возможность, может быть, у нас, так сказать, первый раз и последний, может быть, такого больше не будет, и воспользоваться решил этим случаем. Моментом. Слушай, ну эффектная вещь, конечно, штука вот так. Спасибо. Отлично, да. Ребят, ну что здесь сказать? Мы вас поздравляем, во-первых, мы желаем вам удачи, успехов. Вы реально крутые. Побольше, побольше вот таких интересных, ярких номеров и проектов. Ну вот после, конечно, вот этой большой истории вы стали одним из символов Красноярска, одним из брендов, это безусловно. У вас есть какая-то стратегия развития на будущее? Я понимаю, сейчас много предложений, вы рассматриваете каждый из них. Какое из них, какое предложение вам показалось бы наиболее привлекательным? Чего вы вообще ждете от людей, которые реально заинтересованы в продвижении вашей карьеры? Ну, для нас самое главное – это дарить творчество людям. И в идеале это, конечно же, гастрольный тур по всему миру. Вот. Это идеальный вариант, возможность показывать себя, возможность ездить, показывать. У нас уже есть готовый спектакль. Может быть, что-то еще сделаем новенькое. И хотим, чтобы как можно больше людей увидели это в других городах, может быть, в других странах. Друзья, мы желаем вам удачи. Тем более, что, мне кажется, сейчас все на вашей стороне. И вот интерес вообще публики во всем мире к танцам, вот, танцевальная культура сейчас, мне кажется, испытывает какой-то вот такой подъем. Стремительный рывок. И масс-медиа этим занимается в плане продвижения танцевальной культуры. Поэтому, мне кажется, у вас все у вас получится, и вы просто суперкрутые. Мы реально завидуем вам, потому что вы красавчик. Спасибо. Удачи вам, ребята. Оля Хохлова к нам присоединяется. Выпуск новостей скоро. Оля, ты смотрела проект вот, «Танцуют все или нет»? Я смотрела сейчас вот выступление, да, в аппаратной, видела, как танцевали, очень понравилось. Думаю, что у меня никогда бы так не получилось даже.